video tipo de na каникулах, на зимних каникулах. И в этом видео покажу вам 4, вроде бы 4 типа людей, которых очень часто можно встретить после Нового года на каникулах. И что ж, поехали! Нет! Информатика. Создаем словесные модели. Создаем словесный портрет. Так. Так, это я сделала. Почитала. Литературу. Как я люблю литературу. Юля! Уроки уже закончились! Возьмем вот, вот это, штучку обязательно. Получу копай. Шоколадка вообще как без нее. Заставила. Еще одна вопрос. Орео. Вроде бы все. Ура! Прощай. Так, и вот видео подошло к концу. И я надеюсь, вам понравилось, так что ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, там, кстати, внизу такая кнопочка красненькая. Вот, на нее нажать. А еще надо поставить.